Так, всем привет. Продолжаем играть на карте Суворовская. Тут заехал, еще собрал он бревна, что остались. Песок весь вывез, как видите. По песку получилось заработать. Сейчас покажу, сколько в общей сложности. Песка я продал на 926 тысяч рублей. Вот. Взял, кстати, еще кредит на 325 тысяч. Итого вот сейчас 870 тысяч на счету. Был миллион, но я купил трактор. Все-таки купил тот МТЗ-2022, который. Сейчас тогда поедем вот это свезем на нашу дровокольню. Пополним немножко ее. И будем ждать тогда доставку. Так подумал, короче, и решил все-таки, наверное, возьмем мы эту базу с тремя полями, которые идут до веса к ней. Начнем заниматься какими-то серьезными делами. Потому что я так смотрю, что особо мы тут не заработаем на наших производствах там и так далее. На курах, на тех же. Поэтому сейчас летим тогда к себе. Доставку я заказал прямо туда на базу. Я сейчас разгружусь и поедем на Суворовского зову. Встретимся уже, наверное, там тогда. Так, сейчас тогда разгружаемся. Кстати, по поводу песка, если обратили внимание, там в начале, после интро, было скрин, как я вывозил, точнее, ну там, выгружал тот песок из воды с помощью ременных передач этих всех. Короче, кое-как там со дна пособирал. Но там чуть-чуть осталось на дне. Но я туда уже не смог подлезть, потому что даже там вот эти ременные механизмы, они тоже тонули. Короче, невозможно забрать оттуда. Я не знаю, чем там надо. Это каким-то надо, может, экскаватором. Но у меня такого нету. Так что там чуть-чуть осталось песка. Но ладно, уже потом, если получится, может, как-нибудь достанем оттуда. Со дна. Вот. Так, ну что, сейчас тогда едем, поеду, наверное, на Газели, на Суворовское, будем знакомиться с базой. Там техника еще кое-какая пооставалась, тоже надо посмотреть, в каком состоянии, что да как. Ремонтная база там, по-моему, есть, так что единственное, что может, я бы, наверное, топливо бы взял с собой, да? Давай, наверное, возьмем. Мне там бочка вроде осталась. Я не знаю, сколько там топлива на базе есть. А, нет, стоп. Это не здесь оно. Вот здесь. Вот у меня еще 180 литров есть. Трактор. Трактор есть топливо. Возьмем тогда с собой бочку с топливом. Не зацепилась, да? Ну вот так. Все, тогда поехали. Ну и будем еще дождемся. Там доставку как раз должны подвести нам к 10 часам. Сегодня будем там на базе знакомиться с техникой. Как говорится, распаковка будет. Ну и надо будет навести какой-то порядок еще. Там денежка должна остаться. По базе надо будет посносить старые здания, какой-то мусор поразгребать. Кстати, он взошла. Сорга взошло. Мусор поразгребать и... Может, забор восстановим, посмотрим, что по деньгам останется. Только за базу надо саму там 600 с копейками, это почти 700 тысяч отдать.
за трактор я уже рассчитался. Так, отлично. Трактор наш на базе новый. Такой вот красавец. В принципе, очень даже ничего. Континенталевская резина. Сейчас тогда мы его спустим. Так, давай, запускаем. Абсолютно новенький, так что, думаю, нам он пригодится в хозяйстве. Давай потихонечку спускаться. Единственное, конечно, что не хватает, тут еще был бы фронтальный погрузчик, было бы вообще шикарно. Но в целом, в принципе, сойдет. Вон там я вижу оборудование даже какое-то есть. Неплохо. Давай пока здесь его оставим. Красавец, конечно. Ну, нормально. Что тогда? Эвакуатор можем отправлять. Ну и надо будет сейчас выкупить базу. Потом займемся вот этим весь всем мусором, который здесь валяется. Вон там еще прицеп какой-то есть даже. Лужи. Ну и тут даже, кстати, вон остались семена, я вижу. Гербициды и удобрения жидкие. Тоже неплохо. Пригодится. Цвет работает, кстати? Да, работает. Чё себе. Это хорошо. Значит, свет не отключили. За него плату. Так, здесь у нас вон еще гаражик какой-то. Тоже свет. А здесь почему-то не работает свет. А, нет, работает. Только по центру включается, ясно. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, куда ж ты прешь? Чуть ворота мне не снес, но... Ладно, пусть езжает. Так, ну что, покупаем все это, всю эту прелесть. Так, вот он наш участок номер 2. И с ним, получается, идет у нас 8, 3 и 4 поля. О, кстати, чуть дешевле стало. Было дороже. Минус 5%. Интересно. С чего это вдруг? Скидка такая. Так, осталось 275 тысяч на счету. Кредит, кстати, взял я на 5 лет. Это 60 месяцев. А ежемесячный платеж получается у нас по 5 900. Белорусских рублей. Ну, в принципе, я думаю, потянем. Без напряга. Но это считаю за трактор я взял кредит. А все остальное это все заработок с песка. Так, ну что, пойдем проверим, что у нас здесь есть. Я тут видел где-то комбайны. Стоят 2 штуки. Да, вот они. Россельмаш и Гомсельмаш.
Ну да, комбайны небольшие. Я так понимаю, что метров по 6, по 7 жатки у них. Топливо на минимуме, понятно, да. Ну, по состоянию еще процентов 40 есть. По крайней мере, запускается все нормально. GS812. Так, а что у нас с Россельмашем? Так, это Дон у нас, да? Так, ну, Дона. Техническое состояние получше, кстати. Топливо также. Но вроде тоже работает. Это хорошо. Окей. Пару комбайнов есть. По крайней мере, уже даже наше поле убирать. Нам комбайн арендовать не надо будет. Они у нас есть. Так, жатки вижу две. Плуг имеется. Значит, тяжелая техника должна быть. Жатки у нас. По сколько метров? По 6 метров, да? Ну, более-менее. Есть сажалка. Сеялки не вижу. Плюс есть еще. Не знаю, это или ворошилка, или это волковалка Россельмашевская. И вот такой вот есть еще небольшой тюкопресс. Хорошо, пригодится. Так, тут какое-то старое оборудование. Понятно. А там прицеп у нас. Вон, я вижу еще какой-то грузовик стоит. Так, а здесь у нас кировец есть. Урон 100%. Ё-моё, он полностью не исправлен. Вот запускается. Ну, по крайней мере, запускается уже хорошо. И топливо, да, на минимуме. Ну, вот кировец, конечно, да, надо ремонтировать. Но, по крайней мере, он есть. Это уже хорошо. Там у нас шуга стоит с топливной бочкой, да? О, вообще, состояние, конечно, отвратительное. Но запускается тоже нормально. Да, его бы, конечно, покрасить было бы неплохо. Давай его, наверное, перегоним пока что. Ну, в принципе, вот такая вот у нас база. Это у нас топливозаправщик, да? По крайней мере, вся техника запускается, все работает. То есть более-менее в каком-то состоянии. Так, ну что, предлагаю тогда. Сейчас давайте, наверное, займемся уборкой. Убираем весь мусор. Старые вот эти вот навесы, я думаю, тоже надо все посносить. В принципе, оно мне тут ни к чему. Ну и как-то приведем это место в порядок. Поехали.
Так, ну что, в принципе, немножко привели в порядок. Денег, конечно, осталось совсем ерунда. Тут, кстати, у нас контора, если что. Здесь у нас раздевалки, переодевалки всякого рода, кабинеты, столовые. Короче, вот такая вот серьезная организация у нас здесь получается. Так, ну тут мусор. Некоторые мусоры я не могу убрать, кстати. Не знаю, может кто знает, подскажите, может какой мод, который позволит вот эти вот штуки удалять. Может все-таки есть что-нибудь, потому что я вот не могу удалить эти и не могу вот эти вот балки удалить. Забор удаляется, вот. Вот эти вот бетонные блоки не могу удалить. Ну ладно, но в целом, в принципе, так неплохо. Тут, кстати, ангары хорошие. Я их не трогал. Ну, то, что уже развалено, то посносил. Ну, в целом, в принципе, так получилось неплохо. И еще у меня вот вопрос тоже здесь возник по вот этой вот штуке. Может, это хранилище какое-то, я не знаю сейчас. А, ну да, видишь, значки появились. Да, это хранилище, это химикаты. Что за химикаты? Непонятно, да? Но он пустой. Какие мы сюда химикаты будем свозить, я без понятия. Здесь, понятно, топливо можно завести, хранить, да? Его, кстати, можно, наверное, здесь даже и купить. Ну да. Я, кстати, по-моему, опять буква R перестала работать. Ну ладно, потом разберемся. Так, ну тут навесик. Он такой еще более-менее живой. Я его оставил пока. А, и вот здесь... А, ну здесь я хотел поставить какие-нибудь ворота заездные. И, по-моему, здесь вот еще не доделал забор. Но у меня пока денег нету. Еще яма смотровая. Не знаю, оставить ее или нет, подумаю. Может и уберу. И сделаю заборчик здесь. Да и этот можно тоже убрать все. Короче, надо подумать. А, и тут еще, кстати, есть огромная мастерская. Вот такого плана. Здесь мы можем ремонтировать технику. Даже комбайны заедут, так что нормально. Бочка, бочка пустая. Так что вот такие вот дела. Сейчас тогда возьму газель, сейчас проедемся по нашим полям, посмотрим, что там вообще растет, не растет, в каком они состоянии. Надо проверить. Может, нам какие-то работы необходимо будет делать. Так, кстати, топливо давай мы, наверное, здесь разгрузим. Ставлю пока здесь в ангар. Оно нам пригодится здесь. А, ну или вот здесь вот давай даже кинем. Вот так. Поехали, прокатимся. Поехали, проедем, посмотрим. Я так мельком глянул, вроде они засеяны, но это не точно. Сейчас посмотрим. Так, это у нас первое поле, получается. Так, картошка здесь растет. Тут сорняк, конечно, огромный. На четвертой стадии. То есть вот-вот скоро должно созреть. Шестое поле, вот пятое и девятое наше. Короче, здесь у нас сорняк на шестом. Не знаю, может, он будет технику арендовать. Попробуй, там гербициды есть, кстати, да? Так, это наше... Да, это наше пятое поле, получается. Здесь, кстати, получше. На пятом поле у нас растет кукуруза.
на второй стадии. Но желательно, конечно, удобрить. Желательно удобрить. Так, хорошо. И еще одно поле у нас, девятое. Поехали прокатимся, тоже посмотрим, что на нем у нас там. Там еще какой-то сарай стоит. Но это, наверное, не мое, да? О, смотри, что я здесь нашел. Игрушка. Отлично. Да, это не мое, и оно тут не открывается вообще. Фиг знает, чей-то закрытый ангар. Ну, хоть немножко денежки подкинули нам. Так, а девятое поле получается где-то здесь, да? Это все еще мое пятое. Кстати, оно такое немаленькое, немаленькое. У меня еще, кстати, там на курятнике корм заканчивается. Надо тоже съездить, закупиться. Сколько есть денег, хотя бы завести им, подкинуть еды. Так, а где наша девятая? Стоп, там какая-то церковь. А, ну, в принципе, да, мы можем и сюда заехать. Можно было, кстати, до церкви прогуляться. Девятая — это вот это получается наша, да? Чуть поменьше. Но, тем не менее, есть. И здесь у нас, о, кстати, сорга растет. Тоже сорняк есть. Сорга — это хорошо. Это нам пойдет на корм курам. Отлично. Ладно, тогда поехали. А, съездим сейчас в магазин, купим корма. Пельмица какой-нибудь. Я, наверное, еще прокачу сейчас. Заеду туда, посмотрю, если там ничего интересного, тогда увидимся уже на курятнике. А если что-то есть, тогда сейчас посмотрим. Ну да, здесь что-то есть. Здесь такая церквушка на горе стоит, и вот лежит игрушка. Так, а что он опять мне не срабатывает? Это R непонятная. Вечно у меня конфликт с ней. Интересно, с каким модом она конфликтует? Ну, вообще не срабатывает. Ну, по идее, R у меня конфликтует с какими-то селитрой, с этой, с паком. С паком модов таких удобрений, семян вот этих вот, которые. Наверное, что-то с ним. Ну, а тут больше ничего, да, только одна игрушка это. Ладно, сейчас тогда ее подниму как-нибудь и поедем. Получилось кое-как. Ладно, поехали. Закупимся для кур кормом. Накормим кур. Лучшая цена сейчас, кстати, на покупку пшеницы. Здесь на базе. Вот в этом элеваторе. Сейчас тут сколько поместится в кузов, загрузим. Хотя бы завезем часть. Вот, 2000. Поехали, завезем. А там получается в магазине вот 4500, это только за 1000 литров. А здесь за 2 такая цена, то есть в 2 раза дешевле, чем в магазине. Так что выгоднее здесь закупиться, конечно.
проскочил тут. Еще одну игрушку нашел. Сегодня день игрушек какой-то. 16200, отлично. Странно, как я ее раньше не заметил. Я, наверное, тогда зимой здесь ездил, поэтому и не заметил ее. Так, разгружаемся. Как у них там, кстати, обстоят дела? Здоровье 100%, 1500 кур. Обалдеть. Форма 4500. Ну, три поддона с яйцами уже есть, кстати. Можно будет загрузиться. Как раз у нас тут лезет три штуки, да? Я их свезу по пути на магазин. Как буду ехать на базу. Точнее, не на базу, а домой. Тоже продадим. Ну, в принципе, и на этом будем, наверное, серию завершать. Спасибо всем, кто посмотрел. Не забудьте прожать лайк. Подписаться, кто еще не сделал этого. Ну и до новых встреч на Суворовском. Всем пока.